Всем привет! Сегодня 2 марта. Мы находимся в Ничанге, в Вьетнаме. Сейчас я сниму видео. Дорога с пляжа до нашего отеля Белобегония. Пляжи, в принципе, хорошие. Здесь можно полежать под зонтиком, но здесь народу много. Мы отходим чуть-чуть подальше. Там поменьше народа. У нас, правда, с собой стул хороший, плюс надувной такой ветром шезлонг. Очень хорошая вещь. Купили, я не знаю, лет, наверное, 6 назад, во все страны 8. Если там сырой песок, можно прилечь, а на подстилке неудобно. Итак, вот мы с пляжа сейчас выйдем. Здесь парк Горького. Идем. Вот здесь бассейны, рестораны. Ресторан, правда, здесь дорогой. Вот, можно здесь. Посидеть, отдохнуть. И вот через этот парк идешь, сразу выходишь на дорогу. Эту дорогу главное пройти. Опасная очень дорога. Сейчас пойдем. Поднимаем левую руку и проходим. С этой стороны то же самое. Сейчас хоть движение чуть-чуть поменьше. На этой улице много вечером продаются такой морской еды, свежие все, лобстеры, крабы. И вот наш отель Белобегония. Считай, что мы все пришли к нашему отелю. Вот здесь есть бегония, но четверка получше. Вот здесь много разных лавочек, фруктов. Пиво по 10 донгов продают. Фрукты очень недорогие, дешевле, чем в Таиланде, и намного дешевле. Так, вот наш отель.